Гильда Бот много лет отдала Одинцовскому району. 23 года она возглавляла районное управление образованием. Под ее опытным руководством открывались инновационные учебные заведения, детсады для детей с проблемами здоровья, школы надомного обучения, классы с углубленным изучением предметов. Как отметила исполняющая обязанности руководителя администрации Одинцовского района Татьяна Одинцова, работать с руководителями образовательных организаций, а их 130, и никого не обидеть, очень сложно. Но Гильде Александровне это удавалось. Никогда никто на нее не обижался. Почему? Да потому что справедливые были указания, справедливые были замечания. И что я хочу отметить, то, что она моя, наверное, крестная мама, потому что она меня брала на работу. Поэтому я рада, что вот мудрое решение Андрея Робертовича Иванова поддержать и выдвинуть нашу дорогую Гильду Александровну вот, на такое звание. Действительно, ее знает в каждом уголке нашего Одинцовского района. Мне очень приятно, что когда мы бываем на августовских конференциях в правительстве Московской области, все с таким уважением подходят к Гильде Александровне и рады, что она пришла. На днях в районную администрацию специально, чтобы поддержать инициативу главы, приехала министр образования Московской области Марина Захарова. Когда в 90-е годы я работала директором школы в Нарофоминском районе, то от своих коллег из Одинцовского района, директоров школ, я очень много слышала о Гильде Александровне как о руководителе. А имела честь познакомиться с ней, когда работала депутатом Московской областной думы. И очень рада тому, что в моей судьбе состоялась встреча с этим замечательным и легендарным человеком. Гильда Александровна в истории Одинцовского муниципального района – это целая эпоха. Потому что система образования, которая сегодня создана и работает в Одинцовском районе, и работает очень качественно, это именно система, которая была создана во время работы Гильды Александровны. Самым главным в своей работе она считала, если это урок, то учителю и ученикам. Если это школа или детский сад, это директор школы, заведующий детским садом и коллектив. Но самое главное и самое важное, что Гильда Александровна всегда во всем для всех была примером. Вот уже как 17 лет звание почетного жителя Одинцовского района носит выдающаяся лыжница, многократная олимпийская чемпионка и депутат Московской областной думы Лариса Лазутина. Она, как и многие другие, уверена, что этого звания почетный учитель заслуживает как никто другой. И с особой теплотой вспоминает тот день, когда Гильда Александровна стала первым из 47 факелоносцев, пронесших 10 октября 2013 года олимпийский огонь по городу Одинцово. Лариса Евгеньевна отмечает, что Гильда Бот – это человек, который, несмотря ни на какие трудности, работает на результат и от других требует того же. Безусловно, это ее заслуга, и сейчас время идет вперед, и я думаю, ее уже ученики, и она как наставник уже сделала немало для этого, они также идут вперед и показывают высокие результаты вместе со своими учениками и детьми, которые живут на территории Одинцовского района. У нее замечательная семья, она много сил, энергии отдает и работе, и своей семье. Мне бы хотелось, чтобы это было в радость. И мне очень хочется, чтобы все жители ее поддержали. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».